Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 113 учебника математики для 2 класса автора Трофеева. В школьную столовую привезли 8 десятков яиц, а в столовую детского сада на 3 десятка меньше. Сколько всего яиц привезли в столовую детского сада? Чтобы ответить на вопрос задачи, нужно из 8 десятков вычесть 3 десятка. Получится 5 десятков. 5 десятков яиц привезли в столовую детского сада. Записываем ответ. 5 десятков яиц привезли в столовую детского сада. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.